Добрый день. Меня зовут Арон. И можно начать, да? Так случилось, что мне заказали главу в одном из учебников, который готовится о психологических основах тактической подготовки, даже не говорить. Вот я стал заниматься этим материалом, и я почувствовал, что я попал, говорит, попал. Сегодня я хочу с вами поделиться теми началами и наработками, которые я успел сделать. Я только скажу, что работая над якобы пониманием тактики и готовки тактической, я пришел к пониманию, когда тренер может быть счастлив, и почему он иногда несчастлив, как можно добиться эффективности, почему наши дети воспринимают или не понимают, когда они могут быть счастливы, когда они удовлетворены своей работой, когда тактика становится для них чем-то, что уже понюхать, полежать в руках и почувствовать. Потому что главное противоречие – тактика не продукт, его так просто не увидишь. И самое страшное, что он разрушается по дороге. Был такой эксперимент очень интересный. Просили ребят строить из лего бионику, да, если бионик строится. Первый бионик строился за $3, второй бионик за 2,5 и так дальше, все мешалась цена. И смотрели, когда же перестанут уже делать эти бионики, ребята. Но там было сделано так, что я строю свой бионик, его под стол кладут, дают мне другое лего, я строю и так дальше. Потом говорят мне, вы построите все бионики, мы их, правда, разберем и дадим другой бионик. С другой группой говорили по-другому, давали конструктору лего-бионик, построить, тут же при них разрушали, давали следующий, и такая же вертушка, тоже с уменьшением цены. Оказалось, что в первой группе 11 было заходов, что ребята делали, а во второй группе только 5. Особенно влияло, что влияло на них, что разрушали при них же. Я подумал, с тактикой такая же история. Вы строите из лего, что-то придумали, и у тренера такое же несчастье, он построил, тут же разрушили, либо свои, либо чужие, либо сами не могли сделать, либо другие разрушили. И вот так получается, что нет возможности быть значимым, не почувствовать не значение того, что делать, значение всем понятно, вы умеете рассказать, почему надо так, а не так. Но значимость, моя историческая значимость, я часть истории игры, и игра часть моей истории. И вот оказывается, что это ощущение значимости очень важно. Я думаю, что я сейчас вам покажу еще, зачем тут вот это, да, стоит. Как вы думаете? Все видно? Сделан был тоже очень интересный там эксперимент, просто получилось так. В Америке очень, знаете, умеют делать всякие сухие вещи, чтобы потом приготовить торт. Помните, был анекдот? Армянская радио спрашивает, как быстро приготовить пельмени? Помните, как отвечали? Быстро берется пачка, открывается и забрасывается кипящую воду. Так вот американцы придумали такую штуку, как пирог. Вот вы дома готовите пирог для гостей. И обычно что? Порошок. Оказывается, что нужно было что сделать? Взять, открыть эту пачку, порошок закинуть куда-то и готов пирог. Но люди заметили, что никто не покупал этого. И дело стало угасать. Что ж придумали? Как вы думаете, что важно хозяину, что она может дома сказать, это мой пирог, я его приготовил, и угощать? Что важно очень хозяину? Как? О, умница. Что-то сделать со мной. Тогда не придумали, что отдельно дают яйцо, вот такое, и отдельно дают молочко. И теперь хозяйка что делает? Закидывает немножко этого порошка, зато берет сама яйцо, бывает, и сама перемешивает молочко. И отсюда что получилось?
вдруг все стали покупать этот порошок, потому что осталось у человека что? Ощущение, я это сделал, и мне не стыдно угощать. Если совсем только порошок, как это неудобно, это не мое, не мое творчество, не я сделал. Вот с тактикой очень похоже. Вы реально те люди, которые добавляете в то, что известно, то, что уже набило иногда сформу, то, что везде кажется написано, вы добавляете туда, знаете как, добавить свое молоко и свое яйцо. И тогда это начинает жить, тогда это ваше, тогда это хорошо. Также точно у вас задачка есть с детьми, чтобы они чувствовали, что в этой работе, на тактике у них есть тоже возможность добавить свое яйцо и свое молоко. Это близко к ощущению удовлетворения. Эффективность от этого очень зависит от того, потому что если я удовлетворял свою работу, то я, и мне интересно, то я ее сделаю от души. Я сейчас хочу сделать маленький перерыв для того, чтобы показать вам счастливого тренера. На самом деле того счастливого, которого вы тоже можете быть. Вопрос задают перед этим. Как вы думаете, что идет в начале? Сначала успех, потом счастье тренерское, или сначала счастливый тренер, который делает успех? Счастливый тренер, как счастливая мама. Если мама счастлива, то и с детьми все будет хорошо. Так вот, ваша задача, как это сделать? Мы сейчас подумаем, и я покажу, как я вам предложу, как действовать с детьми, как им начинать давать что-то про тактику. Но сначала посмотрим кусочек фильма. Ребята, Денис Илья, можно запускать кусочек о счастливом тренере, который влил и тактическое понимание, и техническое своим подопечным. Видно вам, вот этот тренер, который сейчас он готовится рассказать и показать. Начинается плакат, рассказываем. Похоже на строчку немножко, не? Это тоже из вашего арсенала, посмотрите. Вот показ закончился, сейчас смотрите, дальше происходит. Если вы сумели. Я тут хочу сказать еще слово про поток. Вы знаете, да, что всегда мы хотим, чтобы мы были в потоке. И наши дети, и мы, потому что поток дает возможность быть самим собой. Сейчас мы видим тренера, который полностью в потоке. Вот,
конечно, тоже немножко попытаться до конца посмотреть. Без этого единства не получается то, что вы называете подготовкой тактикой, потом рассказывание, презентация, а потом реализация. Для того, чтобы это происходило с вашими ребятами, я подумал, что первое, нужно узнать, как они относятся к этому, как они представляют себе, какая внутренняя картина понятия тактики. Насколько это богаче того, что мы слышим. Я сделал такой эксперимент, я вам скажу результаты. Я попросил ребят сначала просто сказать, какие у них первые ассоциации на слово тактика. Знаете, солнышко, тактика внутри и лучи. Там есть свои ассоциации.
потом попросил дать определение. Потом попросил, чтобы сказать, что им нравится в тактике, что не нравится в тактической подготовке. Это тоже не сделали. Потом просил зарисовать тактическую подготовку, они нарисовали. И даже стихи сочиняли на эту тему. Отсюда у меня получилась картина, что же они представляют под этой тактикой, что это такое. Но начал я, как это обычно мы делаем иногда, мы узнаем, что это значит само слово изначально, куда я должен прийти, чтобы понять, о чем разговор. И я взял такое слово. Какое слово? Если мы имеем тактика, то коренное слово какое? Такт, конечно же, такт, такт. И смотрите, сколько в этом слове есть содержания, что это был бы вход к ребятам для разговора о тактике. Смотрите, вежливость, ну так, такт как вежливость, да? Выдержка, деликатность, дисциплина, душевная тонкость, каданс. Каданс для вас вообще очень интересно, есть понятие паузы. Паузируйте или закончите фразу, или атаку, или комбинацию каданс. Дальше. Осторожность, политичность, пульс, ритм, тактичность, тонкость, удар, чувство, темпоритм, хронотоп. Это когда есть хрона и топ, время и место, попасть в точку. Еще есть такое. Какие ассоциации сейчас говорите, которые неожиданно для нас совершенно? Тактильный, тактильный, да? То что значит прикосновение? Музыкальная речь так-то, да? И так и вы делаете великолепную работу. Вы берете эту музыкальную палитру и создаете свою музыку того, что будет. Потому что тактика – это обязательно время и пространство, временной компонент. Вы придумываете это как музыку, придумываете как... Хотя кто-то в доме разрушает, на самом деле, и вы это не имеете в руках. Бить, отбивать, чувство меры, подсказывающее правильное отношение, подход к кому-либо, чему-либо, умение держать себя, это все вот так. Сноровка, единица электрического движения. И вот с этого я бы начинал. Я бы начинал думать о тактике. От начала, от корня, такт. Тогда это поле. И знаете, что самое интересное, что когда я сейчас думаю о тактике вообще, я взял всякие книги, то там уже слово тактика не пользуется. Просто игра в защите, игра в нападении, такая. Слово тактика даже не нужно. Потому что, как сказали наши девчонки, они сказали так. Весь баскетбол это тактика, без тактики нет баскетбола. Вот так вот. На самом деле, тактика для вас уже стала природой, как горы, как реки, как леса, потому что это естественность. Раньше вы придумали, кто-то придумал, а потом это так стало естественным, что это все есть, как будто бы горы, как леса. И вот ходите по этим горам, лесам и придумайте что-то от себя и добавляете. Что говорил один психолог интересно? Он говорит, что придумать новое можно после каких-то. Сколько лет работы над этим? Сколько надо лет поработать, чтобы придумать новое? Чтобы получалось уже новое? Сколько примерно? 10. Он говорит, если человек хорошо работает 10 лет, то после 10 лет у него уже есть импульс сделать что-то, от чего будет экстаз у него самого, и он будет в потоке и будет действовать. Иногда мы детям говорим, вот 10 лет пройдет, тут надо немножко ускорять. Так вот, смотрите, как было забавно. Я бы спросил у ребят про то, как они определяют. Во-первых, вся жизнь тактика. Надо быстро соображать. Установка тренера. Обдуманные действия. Ход действия, мышление, продуманные действия так, и так далее. Объединение команды. Приводит объединение команд. Тактика – это автомобиль, который не может вести один человек. Забавно, да? Тактика – это автомобиль, который не может вести один человек. Если кто-то написал, что это как в игре в похищении чего-либо для получения хорошего результата. Тактика – договоренный вариант действий, алгоритм действий.
И вот очень интересное замечание. Послушайте, все. Тактика – это какие-либо действия людей на войне, в битве, в спорте, на площадке для достижения своей, если личной, или общей командной цели. На что нам намекают, ребята? Что они хотят сказать? Эти. Как вы думаете, что здесь за намек такой забавный? Как на войне. Это один из намеков. Да, они иногда так себе представляют. Хотя игра — это не война, это сотрудничество двух команд, потому что без этого сотрудничества ничего не происходит. Если нет второй команды, то нет игры и нет того, что происходит. Они нам намекают, чтобы тактику выстроили, исходя из чего? Не только из какой-то конечной цели, но еще и оперируя и ориентируясь на кого? На самих игроков. Игрок очень хочет здесь это вам сказать, чтобы когда вы делаете тактику, он должен почувствовать, что он свои цели там реализует, достигнет. Это произойдет. Скажем, я спрашиваю, что же вам нравится или не нравится? Нравится, что тактика делается на тех, кто может выполнить задачу. И что иногда можно отходить от тактики. Это нравится. Все по схеме кому-то нравится. Хотел бы заниматься. Можно видеть преимущества. Участвует 5 человек. Четкая установка помогает играть максимально полезно. Появляется слово полезность, эффективность, которое тоже надо очень аккуратно с ними идти. Что не нравится? Не нравится, что иногда она не нужна, но ее все равно используют. Заниматься не хотел бы этим, хоть и полезно, 2 в 1. То есть человек говорит, мне это скучно, интересно, но это надо. Ограничивать свободу действий. Неправильно принять решение. Ведь я очень волнуюсь, что из-за тактики есть шанс сделать неправильно, не выполнить тактическую задачу. Я буду ошибаться, у меня будет ошибка. Каждый делает, что говорят тренеры, что занудно, не хотел бы этим заниматься. Если сильно придерживаться, то страдает импровизация. Неправильное подобранное может сгубить, если даже такое. Это ребята, по-моему, 93-го года писали, что неправильно подобранная тактика может сгубить. Одного парня попросил, я их попросил за очень короткое время, меньше чем минуту, стишок такой сочинить. Вот один из стишков. Тактика зависит от практики. Если свобода, то бросок, или на удачу щелчок. Вот такие стихи. Дальше я попросил ребят ассоциировать с какими-то фигурами. Квадрат. Вот подумайте вы сейчас, если вам назову 6 фигур. Квадрат, прямоугольник, окружность, треугольник, извилистая линия, похоже на кардиограмму, она немножко резче. Что бы вы выбрали к понятию тактика? Что подходит больше? В большинстве ребята выбрали квадрат, потому что он обозначает законченность, уверенность в себе, ясность. А что не подходит, как вы думаете? Что? Вот, интересно, с этой извилистой линией. Половина сказали, что подходит, половина не подходит. Те, что говорят, что подходит, потому что тактика иногда что? Разваливается и не получается, поэтому это подходит. А другие говорят, подходит, потому что это как молния, действует как молния и достигает. А что не подходит все-таки? Какая фигура не подошла? Так? Круг. Окружность не подходит. Почему? Потому что неконфликтная, очень такая спокойная и общительная. На самом деле, так? Звезда, да? Ну, треугольник там иногда берут, потому что треугольник обещает лидерство немножко, и это тоже, треугольников есть несколько. Но в основном не подходит очень сильно, это окружность почему-то у ребят, да? Ну вот самое интересное было дальше, когда я стал исследовать таким образом. Считайте, что тактика – это человек. Представьте сейчас, все тактика – что это кто-то, человек. Мужчина или женщина?
Ну вот тут получилось так, что женщин было меньше, там мужчин было больше. Но почему-то все не замужем. Если и даже мужчины писали не замужем, знаете, это забавно. Почти не замужем. Что такое? Почему так не выходит замуж? Вот так, такая забавная штука. Потом образование хорошее, или высшее, или еще выше. Как вы думаете, какой автомобиль у тактики, на чем она ездит? Как? Да, там есть Lexus выше. Вот. Да-да. Но самое интересное для меня, там очень много, скажем, пол, возраст, семейное положение, если дети, образование, профессия, доход, стиль одежды, какие часы, стиль обуви, если машина, хобби, любимый цвет, какой характер, какие качества нравятся, не нравятся и так дальше. Там очень много интересного, но для меня было совершенно неожиданно. Цвет. С каким цветом ассоциируют ребята тактику? И с каким не ассоциируют совершенно? Иногда даже да. Совершенно не ассоциируют, все одинаково розовый. Розовый не годится. Вот такой, знаете, Барби. Вот этот цвет Барби, не годится. Годится синий в основном, иногда черный и даже белый тоже. Окей? Вот. Что я хочу сказать, что можно таким образом и вам узнавать, как они относятся вообще к понятию тактики, что у них, какая у них внутренняя картина, что такое тактика для ребят, и тогда дальше действовать. Я вам хочу сейчас дать одну простую методику, если у вас есть что писать, то сделайте сейчас очень легкую работу. Вы делаете ее сами, как будто бы я вас прошу это сделать, на самом деле это надо делать и с ними тоже. Напишите в столбик 1, 2, 3, 4, 5. Написано? 1, 2, 3, 4, 5. Есть? И сейчас запишите 5 качеств, характеризующих тактически грамотного, компетентного игрока. 5 качеств. Получается? У кого есть 2 уже качества? Поднимите руку, у кого 2? Есть 2 еще, хорошо. 3 у кого уже получилось? Здорово. Окей. Считать, что вы написали, да? Внизу подчеркните линии. И еще напишите 1, 2, 3, 4, 5. Столбик поставьте. Каждую из этих цифр 1, 2, 3, 4, 5 напишите я. 5 раз я. Я. Есть? А теперь перепишите из верхнего списочка те качества. Присоедините к слову я. Значит, если там, скажем, был тактическое чутье, так я обладаю тактическим чутьем. Или я внимательный там, или я, например, напишите это. И сейчас посмотрите, легко ли совпадает ли это, согласны ли вы с этим, что списываете счастье там. Вот, согласны ли вы с этим. Можно также ребятам дать, они это делают очень легко, пишут 5 качеств, потом я с этими качествами, говорят, это на меня похоже, это похоже. И я еще прошу, дайте посмотреть другому. Вот вы смотрели. Можете поглядеть? Вам коллега даст посмотреть? Дайте посмотреть, Паша, или не дадите. Про себя написано. Дайте. Посмотрите. Что думает о себе коллега в связи с тактикой? Окей. Здорово. И эту часть презентации я закончу простым вопросом. Вот смотрите, что это у меня в руках? Шар. Вот вы так красиво смотрите. Если я вам дам его, то попрошу быстро забрать и быстро собрать. Вы не сможете. Да, тогда.
А как сделать, чтобы это получилось? Что надо сделать? Как не разрушать? Не разрушать, точно. А надо же разобрать и собрать. Давайте думайте тактически уже. Видите, уже начинает разрушаться. Я же сказал слово «разрушать». Как? Здорово, давайте, давайте. Аккуратно, постепенно. Уже тактика рождается по частицам. Еще что, как сделать? Какая тут нужна тактика? Вот это дети, у них очень много всяких головоломок. У них, когда они говорят, как, с чем их ассоциируется тактика, это головоломка. Последовательно. Как надо сделать? Чтобы положить перед собой эти куски таким образом, в таком порядке вы их разобрали, что в этом порядке и собрали. Вот начало уже есть тактической заготовки, да? И я дальше буду продолжить со многими головоломками, но понятно, вот если моя любимая головоломка разобрать и собрать, что вообще невозможно сделать так сразу. Я сейчас перехожу к следующему кусочку, потому что время у нас бежит. Я вам хочу предложить классификацию командных игроков, которые действуют исходя из эффективности. Вот у нас есть эффективность. Мы хотим, чтобы дети тактику использовали эффективно, полезно. Эти два очень интересных термина, сейчас не буду вдаваться. Чтобы полезность и эффективность. Не эффект, а эффективность, да? И вот представьте себе такую систему координат, я специально положил. Вот это вот будет у нас так. Вот это ноль, и сюда, если я иду, это увеличивается мой вклад от нуля до, скажем, 100%. Игрок хочет вкладывать вот отсюда сюда. А если я отсюда наверх иду, то увеличивается мое отношение хорошее к делу и к соратникам, то есть к членам команды. Вот тут вот, значит, увеличивается мое отношение к делу, ответственность и хорошее отношение к игрокам с ней, а здесь у меня увеличивается вклад. Получилось 4 варианта. То есть, если я, скажем, даже буду вкладывать половину своих сил, то половина и половину своего отношения к игрокам, у меня сколько все получится? 5 на 5. Ну, 0,5 на 0,5. Будет что? 0,25. Это очень низкая эффективность. Будет всего четверть, 0,25. Значит, мы стремимся, чтобы это было повыше. Почему? Потому что если я возьму максимально, вот тут вот максимально у меня вклад, а здесь максимально хорошее отношение, то я попадаю сюда. Раз. И это называется игрок. Это игрок, который заряжен сразу же. Действует, и мы на него надеемся, и он сам на себя надеется. Это игрок, это зона игрока. А если я перепрыгну сюда, вот по диагонали, что здесь будет? И вклад нулевой, и что еще? И отношение нулевое, кстати, и ответственность нулевая. Здесь я живой, ходячий мертвец, мы называем. Ну да, то есть трудно. Ходячий мертвец, мне тут все, я вот... Нет меня. Это тяжелая ситуация, ситуация апатии. Вы знаете, люди, которые занимаются вообще состоянием счастья, они выделяют 3 важных очень качества. Это вот флуид, это вот поток. Второе качество – это возбудимость такая, да? И третье качество – контроль, что я еще могу себя обуздать. А апатия – как раз так. Для них очень плохое качество. Апатия – они говорят, знаете, что еще говорят, я говорю, что апатия – это когда телевизор долго, или в ванне долго лежит. Но телевизор – это еще есть минутки, когда вдруг человек, да, приходит к экстазу, даже почему, потому что вдруг что-то по телевизору получается, что он чувствует какое-то возвращение. Окей, так у нас есть 2 диаметральных. Здесь у нас игрок, а здесь у нас какой? Ходячий труп или ходячий мертвец. С ними тяжело, потому что они апатичные, они все не верят, но есть такие. А вот тут что у нас, смотрите. Вот если мы попадаем сюда, где у меня очень хорошее отношение к команде, к соратникам, к делу, но что? Я не могу вкладывать. Тогда я кто такой? Я такой наблюдатель, философ игры.
я рассказываю всякие интересные вещи. Лучше я не делаю, но теоретик, да, такой похож. Но что интересно, что мы из этих теоретиков наблюдателей можем делать игроков. Мы делаем точно такой же квадрат, и немножко с ними работая, они тоже имеют свою точку, где он игрок. Как отдаваться, когда мы находим для него специальный путь, как он будет, да, хотеть отдавать, и как он будет не бояться отдавать, когда можно советоваться и так далее. Это те яйца и то молоко, которое он будет давать. Здесь надо найти дыру. Очень тяжелый вариант здесь. Это кто такой? Как? Нет, еще не видно. Здесь он очень хочет как бы отдавать. То есть нет, здесь он хорошо относится к команде, но не отдает. Или отдает. А, здесь отдает, правильно. Здесь отдает. Вот здесь нам надо будет. Вот, правильно, молодцы. Видите, слушайте, значит. Здесь, забыл этот квадрат, здесь он что? Хорошо отдает, но не очень относится. Почему? Потому что он скептик. Он такой, сидит скептик такой, да это не получится, это вообще не надо, это зачем, что и так далее. Вот с этим скептиком тоже можно работать, да, найти для него эти на молоко и яйцо, чтобы у него даже из скептического состояния получилась польза для команды. И эта классификация нам дает очень интересный дальше ход. Кто там говорил про лидера, да? Что вам тоже выгодно для этого дела разделять игроков тоже на 4 категории, но очень простые. Я скажу, лидер, исполнитель, генератор идей и сиделка. Сиделка это что? Все сразу. Это не тот, кто сидит на банке. Сиделка здесь это закрепитель команды, клеем эмоциональный. Так он называет. Тот, который может что? Извлечь выгоду даже из конфликта. Пользуется своим эмоциональным интеллектом. Умеет команду удержать. Вот поэтому называют сиделка, это когда сиделка больного или маленького, да? Лидер – это очень интересная функция. Кто я? Да, больше, чем одна роль. Могу ли предложить команде больше? Какую роль играл раньше? Будь собой. Пространство для роста. Что значит быть частью команды? Пересмотреть свое мнение о партнере. Обмен ролями, баланс. Исполнитель – это тот, который помогает достигать общей цели, но он очень должен уметь работать в общем ритме. Вот исполнитель иногда выбивается, он убегает сам, делает что-то и не замечает, какой ритм команды. Поэтому для него очень красивая возможность получить свои яйца и свое молоко, когда он говорит, поделись уважением, проси о помощи. А генератор идей тоже вклад в общее дело делает, он конструктивен, защищен спора, но тоже должен учиться сотрудничеству. Для него это вариант сотрудничества, тогда получается его молоко. Это очень кратко. И сейчас я хочу дать еще одну вещь, такую интересную. Являетесь ли вы тренерами по принятию решений? Как? Если вы ответите «да» или «нет», вот. Я хочу предложить Джоан Виккерс, такая женщина, работает она в Канаде, в Кальяре. Вообще исследует, как наши люди, игроки, особенно в спорте, пристально могут глядеть, если у них эта способность особенно наблюдать, принимать решения, воспринимать, так далее. Главное принимать решения. Вот это место самое-самое интересное. И у них есть свои способы, как это делать, как тренируя быть тренером, который еще заодно и развивает это принятие решений. Я вам дам сейчас вопрос. Вы слушаете для себя, отвечаете только да или нет, окей? Okay? Потом я скажу, какой можно сделать вывод. А вы поймете их идеологию, потому что идеология очень интересная. Скажем, если вы когда-то читали Тимоти, скажем, Inner Game, да, внутренняя игра Халлова. Там очень много говорится о том, что если я хочу собрать внимание, то я прошу человека смотреть не то, как мяч ко мне летит,
а успеть заметить, что какие-то крышки на мече, что там написано. Одно из тут упражнений тоже есть такое, если пишут разные цифры, числа на мече, и при передаче я должен не только его принять мяч, но и успеть увидеть, что там написано, и тогда передать дальше, или в кольцо бросить, или передать его дальше. Так. Итак, внимание, первый вопрос. Я буду говорить его в плюсе, а вы скажете только да или нет. Важно сформировать фундаментальные базовые умения в баскетболе до того, как вводить тактику и переходить к более сложным навыкам. Вы говорите да или нет для себя? Согласны или согласны? Дальше. Во время каждой тренировки для каждого игрока необходимо дать широкую обратную связь. Больше обратной связи всегда лучше. Тоже соглашаетесь или не соглашаетесь? Третье. Игрок не должен быть экспертом в анализе своих выступлений. Это дело тренера или психолога, психотерапевта. Соглашаетесь или нет? Четвертое. Технические и физические качества должны быть сформированы перед ознакомлением со сферой принятия решений. Я тут прошу еще раз. Технические и физические качества должны быть сформированы перед ознакомлением со сферой принятия решений. Или согласны, или не согласны. Пятое. Использование видеомоделирования, когда игрок наблюдает запись действий другого игрока, и видеооппозиция, это называют, наблюдение самого себя в качестве помощи игроку, является слишком деструктивным и временно затратным. Слышно было это или надо повторить? Слышно. И последнее, седьмое, там опять же согласны или не согласны, а еще шестое. Жизненно важно, чтобы баскетбольные навыки отрабатывались до совершенства и выполнялись без участия мышления. Это идеал. Согласны или не согласны? И седьмое, последнее. Использование тренером стиля задавания вопросов игрокам и просьб подумать о своих движениях является временно затратным и отвлекающим от тренировочного процесса. Согласны или не согласны? Это же самое нужно сделать. Как? Является временно затратным, отвлекающим от тренировочного процесса. И вот, что они говорят. Если вы на 6 и 7 ответили не согласны, есть такие? На 6 и 7 ответили не согласны, окей? То американцы говорят, то вы на пути тренерства по принятию решения. И на самом деле это близко к тому, что они представляют. Если на 4 и 5 ответили не согласны, то вы частично на пути этого вот тренерства принятия решения. Если нет, вы сказали на 3, то вы только немного используете возможности обучения принятию решений. Так, время ушло. Тогда я перейду к материальному обеспечению. Я вам приготовил сводку такую о том, те темы и шкалы, которые можно использовать вам для оценки ментальной прочности, ментального набора для того, чтобы постепенно вот делать эту работу, яйца и молоко, находить те вопросы, те темы, которые возбуждали у ребят вот этот поток, этот экстаз, думать об этом, думать, скажем, вот такое. Чем больше ты спешишь, тем позже получаешь, когда ты несешься, ты уже не в настоящем. Иди, а не гонись. Да? Или расслабление наступает, когда перестаешь создавать напряжение, сверхстарание, усилия, ведет к слабой игре и так далее. Есть тут много таких хороших опорных, как я говорю, сигналов для того, чтобы найти, как работать. Ну, на счастье, видите, как хорошо, это сигнал хороший. Главное, уже воды там не было. Ну, слава Богу. Давайте вам молочко дам. Как раз это. Попить надо что-то. Не будете? Хорошо.
И третье, это гребень, это то, что нам тут мешает. Я не знаю, сколько здесь сейчас человек, но попробуйте вот послать друг другу, разбить его. И если есть какие-то вопросы, задайте, потому что время-то уже заканчивается. И сейчас будет игра, я приглашаю, надо вернуть интересную игру. Если кто-то хочет, можно подойти, попробовать сделать хорошую работу с этой головой. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы.